Ситуации с деньгами всегда вызывают большой отклик. Вчера была поистине странная ситуация. На моей основной работе, как и у всех, есть обеденный перерыв. И если у меня есть возможность, я в него работаю. Вчера пишет девушка, что ей нужно на этот же день нарисовать аквагрим. Я начинаю выяснять информацию, и она говорит, что там будет всего 3 ребенка. Я рассчитала и поняла, что это как раз 20 минут дойти, 20 минут нарисовать и 20 минут прийти обратно домой. Мы договорились об оплате, об условных 700 рублях. Я прихожу, начинаю раскладывать вещи, и тут мамочка говорит, что они походили по соседям и собрали еще детей. Я пытаюсь объяснить, что у нас был уговор и даже есть переписка о 3 детях. К сожалению, больше нарисовать я не смогу. И уже к этому моменту в комнате стало человек 13, наверное. И мама говорит, ну что же вы так, мы вам сверху за каждого ребенка по 50 рублей заплатим. Эта ситуация из разряда сюр. Как думаете, стала ли я рисовать всех?